Законное требование. Прекратите какое? Снимать в здании суда. Да вы с ума сошли, молодой человек. Еще где раз эта норма повторяю. Права, какой закон не позволяет вам снимать? Борис. Приведите норму права. Еще раз. К может, вам до будет применена физическая сила. Да. Если вы сейчас не прекратите. Да. На каком основании? Борис, все, давай. На каком основании будет применена физическая сила? Андрей, кнопку нажимай. Кто-то готов? Давай. Кто-то готов мне привести норму права? Вот полиция вызывает. Сейчас полицию вызовем. Прекратите снимать. Да в смысле, что значит прекратите снимать? Запрещена съемка. Да вы что делаете? Съемка запрещена. Господа, снимайте, пожалуйста, ко мне незаконно силу применяют. Да вы что это творите? Все, все. Куда заводить? Вы что? Кто? Норма права какая? Все. Вам сказали не снимать. Да вы в своем уме. Все сняли? А ты что это такое-то? Вы мне норму права кто-то может привести? Вы понимаете, что это вы совершаете преступление? Называется оно превышение служебных полномочий. Вы это осознаете? Пожалуйста, пресеките деятельность людей, которые нарушают закон. С чего я должен прекращать? Да вы в своем уме. Это вы в своем. Нету никакого разрешения на съемку, это общественное место. Какое это общественное, это не общественное. Вас что, вообще аттестацию не проходили тут? Мы проходим. Кто главный, пригласите. Председателя сюда пригласите. Председатель подойдет, когда надо. Конечно, будет. Подойдет сейчас. Кто будет норму права озвучивать по поводу съемки? Я уже жду. Вы понимаете, что это подсудное дело, вы совершаете преступление? Давайте начнем уже норму права приводить. Мне нужны свидетели, граждане. Кто-нибудь тут может засвидетельствовать преступление сотрудников? Да как нету? Есть серьезное преступление. Почему такое происходит? Я вообще не понимаю, это фашизм что ли какой-то? Вы понимаете, что это фашизм, это противозаконное действие? Вы понимаете, что вы имеете право только снимать с разрешения? Я понимаю, что я имею право снимать на основании Конституции любые нарушения закона. Я пресек нарушение закона, выявил его. Какое? Статья назовите. На превышение служебных полномочий. Статья какая? Вы аттестацию проходили. Статья какая, вы говорите, и давайте дальше. Так вы должны знать статьи сами. Мы знаем, вы это сами знаете, о чем я знаю, вы превышаете служебное полномочие. Вы только знаете эту фразу и все, а что и как, вы не знаете, не понимаете. Да я хорошо понимаю. Ладно, граждане, вызовите полицию, пожалуйста. Мне нужен протокол. Вызвали? Не Росгвардию, а полицию. Вызовите Ленинского отдела. Вы долго издеваться-то будете? У меня суд как бы. Сейчас мы судью придумаем. Кто у вас судья? Судья кто? Ну это вам не положено знать. Как это не положено? Так это не положено. Мы отвечаем за безопасность здания суда. Вы мне скажите норму права, на которую вы пытались запретить мне вести видеосъемку. На основании правил поведения граждан в здании суда. Да нет, я норму права просил. А не порядок установленный в здании суда. Ну какой суда? Распорядок в здании суда установлен? Таня, дай нам правила поведения граждан в суде. Я вообще в шоке, Уважаемые граждане, это Ленинский суд. Ни один из людей, кого я обратился, не пресек преступления лиц неграмотных. Я прошу вас, молодой человек, можете пресечь преступление? Кто-то есть из пристава более-менее разумный, образованный, аттестованный? Кто может пресечь преступление, убрать вот этого человека? Человека удерживают судебные приставы в помещении. Незаконно. Блокируют ему выход.
превышали служебное полномочие, запрещали видеосъемку преступных действий. Господин прокурор, прошу помощи. Нарушаются права. Подойдите. Господин прокурор, не проходите мимо. Пресеките преступление. А еще подскажите телефон, горячую линию. Это долго будет продолжаться? Нет, мне именно... Ладно, давайте, ребят, я пойду жалобу напишу на вас, председателю суда. Да нет, я на прием схожу, это мое право. При грубых нарушениях. Напишите здесь. Зачем? Я лично знаю председателя суда, я пойду поговорю. Вот звоните ему. Зачем? В чем проблема-то? Я желаю поговорить, чтобы человек пресек нарушения своих. Я желаю поговорить с председателем суда, чтобы немедленно были пресечены нарушения. Что? У нас вот граждане. В настоящий момент в Ленинском суде происходят непонятные вещи в отношении гражданина. Молодой человек, вы из Росгвардии. Можете пресечь преступление, превышение служебных полномочий сотрудников судебных приставов? Они препятствуют пройти в суд. Это грубейшее нарушение закона. Мало того, что препятствовали вести видеосъемку, что является обязанностью гражданина, столкнувшегося с правонарушением. Сейчас, подождите минуточку. Прошу составить протокол. Подождите, молодые люди, подождите. Можете сказать еще раз? Что там у вас? Выйдите из кабинета, из служебного помещения выйдите. Подождите. Все. Они всячески... Вы норму-то права будете какую-то приводить или запутались в конец? Я прошу остановить действия. Все. Говорят, фиксировать все. Конечно. Все в чем проблема? Вот и фиксируй, пиши. Звоните, съемку все, звоните, граждане. Все, снимайте обстоятельства. Грубейшее нарушение закона судебными приставами. Прошу помощи. Это грубейшее нарушение. Вам требования выдвигали прекратить съемку. Да вы в своем уме. Это всего лишь еще желание. Еще раз вам выдвигают требования прекратить видеосъемку. Законное требование, назовите. В отношении вас будет применена физическая сила, если законное вы не будете применять. Законное требование. Если вы тебе объяснили, граждане, закон, применяйте все. В смысле применяйте физическую силу? На каком основании? Господа из Росгвардии! В смысле?